Прекрасное средство увидеть себя – это отойти в сторону от себя. Поэтому я хочу спеть песню, написанную на праздник в честь дня рождения Джалалуддина Руми. Но он был суфийский мастер, и в этой традиции, когда человек ощущает в себе вечное начало, он обращается к нему на «ты», к Богу обращается на «ты». Когда он его не ощущает, он говорит о Боге «он». Я использовал эту традицию в тексте. Запахом и цветом Гюлистана ты приходишь летом, утром рано. А у нас с рассветом длится сон. Ты и я пока еще не он. Не спошли с утра мне труд насущный, чтобы сладок стал мне хлеб насущный. Истоми усталостью мой пыл, дай коснуться нетелесных сил. Слышишь, твой сынок лепечет мама, и лесной вьюрок щебечет мама. Изначальных слов напев так прост, их унес на крыльях черный дрозд. Запахом и цветом Гюлистана ты приходишь летом, утром рано. С рассвета длится сон. Ты и я пока еще не он. Ну, простите, я